хочет, и шоколадка меня избивает. Мне пишет, ожидайте приятные игры. Чё, блядь? Ну, это же, наверное, да, короче, Серёг, всё, мы с ответами дизель. Закончили. Мы с ответами закончили. Там еще вопросы есть. Не, ну почему, если еще вопросы возникнут? Вот, я сейчас быстренько отвечу. Я не знаю, как он читается. Или я Хмендес, короче, похер, пусть так будет. Алекс Йонгу, я отвечу. Почему ты резко стал водить улучшение, которое... Короче, я не хочу на это отвечать. Ну, он что-то там резко начал водить, это к нему вопрос. Доминик Эванс, почему ты меня не любишь? Бла-бла-бла. Короче, тоже не ко мне вопрос. А, не-не-не, подожди, я отвечу. Я ушел в доту, все, пока. Я бы сказал бы, почему я его не люблю. Типичный, блядь. Серег, я пока с Игорем играю. У нас два места, пойдешь с нами? Ну нет, у нас как бы тут еще плюс одно. Одно место есть, если ты не пойдешь. Не, я с Игорем. Все, ладно, я ушел. Сука, засранец. Нам тогда нужен еще плюс. А че, один, че вы выходили тогда? Сколько человек осталось? Ты херозно. В смысле? Ну здесь в конфе сколько? А, в конфе ну, один, два, три. Ну кто говорящий, тут нужно так считать, потому что больше половины молчат. Класс. Мне интересно, где Лукас, все-таки хотелось бы ему вопросы задать, которые задали. Он гуляет. Ну, блядь, отлично. И Монтана, да, ушел? Или он здесь вообще был? Нет, он ходил на Монтану. Он не заходил, наверное, даже еще? Да, он уходил, послушал, вышел. Секундочку. Ты лучше расскажи, может быть, игрокам стало интересно, почему ты сам ушел с поста? Ты кому этот вопрос задаешь? Себе. Почему я ушел с поста? Да. Ребята, ситуация анекдотичная, меня сняли. А снял меня Смарт Джексон. Ситуация такая была, я зашел на Green Server, я был в Агас там, мы искали мне хату. И такая ситуация, что прям рядом, в гетто, прям рядом с Вагас, времяночка слетала. Ну, я был с Сабейтом, и, то есть, на тот момент у меня был Сабейт стоял. Ну, сейчас как будто у тебя его нет. Сейчас нету, серьезно. То есть, я могу стримом запустить. Ну, недавно просто жалобы писали на тебя, то что... А, то, что у меня авторепайр сработал, да, как Сабейт? Я врезался, блядь. А, ну, в чем ситуация там была? Я юзал спидхак, меня забанили за клей ОПТ. Вот так вот, в общем. Я Смарту написал сам первым, говорю, Смарт, так и так, Лёша, ебать. Забанили, чтоб ты знал. Тот пишет, хорошо, сейчас разберемся, сейчас бан снимем. Он попросил, кидают ему доки какие-то там на клей ОПТ. То есть меня не скикали, да? Ну, чтобы проверить. Скика не существует. Да, а можно вопрос задать, уважаемые коллеги? Можно вопрос задать? Иди в доту. А, у кого мозгов хватило заставить все гетто фрапсить? Кто такой? Я в шоке. Просто я, блядь, слов нету. Все. Просто все. Просто в доту. Как? А если, подожди, а если у меня железо не тянет на каптах фрапсить, что мне делать? Нет, ну как бы суть в чем, если на тебя пишут жалобу и очевидный ГМ, и потом у тебя нет опровержения, то уже нечего. То есть если у него нет глаз, он не может определить ГМ или нет, но игрока банят. Ну знаешь, что, есть такие всяческие подставы, которые сейчас реализуются с Сабей, там и в том числе. Подставы, блядь, если у тебя глаза есть, ты можешь все определить. Пиздос, блядь, придумал правила нахуй. Я в ахуе. Иди в доту, слышишь, блядь, я адекватно. Просто сюда. Слов нет, все. Ему где-то скоро все привет передаст, скорее всего. Уже передает. Вол? Все, я ушел. Да. Ну и что стой, в итоге? Стой, Руслан, блядь, чушка, блядь. Смарт снял, да, в итоге и все, да? А уже съебался. Хотя ты, по-моему, со Смартом вроде так неплохо общался. Да и по сей день. На красненькую звали. Насколько я знаю. Смеил там все еще сим-карту, что ли, ищет? Что? Смеил сим-карту, он что ли, сейчас ищет? Не знаю, блядь, я пока оффну доту. Ну как оффну, именно на стриме. Что хотел еще у тебя спросить? Совсем недавно списывался с таким бывшим администратором, как Ронни Баррингтон, и когда он был на посту, мы вроде как неплохо общались, потом его сняли и прочее, как-то он начал немного агрессивно. Я спрашиваю, типа, в чем дело? И он
начинает загибать такую шляпу, типа, ты мне еще перестал нравиться, когда ты начал крысить на Серегу, ну, то бишь на тебя. Я, если честно, сам удивлен и хотел бы спросить, может быть, ты того же мнения, или там, может быть, ты с кем-то путал или что-то, или это полный пиздеж, и что дальше? Ну, то есть он говорил, мол, ты крысил на GZL, что, блядь, когда крысил, кого крысил, никогда, в принципе, этим не занимался, там, если там администратор нарушает и прочее, я это вижу, у меня даже не возникает мысли нажать кнопочку F8 или F9, то есть такая ситуация. И тут мне говорят, что я крысил и конкретно тебя, хотя мы с тобой не особо так общались. Не знаю, знаешь, лично мое мнение в плане вот таких людей, которые крысят, то есть мне как-то похуй, это их не право, их не мнение, да, что... Ну, мне некомфортно, ну, немного... Нет, да, крысить их что стимулирует? То есть их стимулирует зависть, правильно? Правильно. Больше никаких стимулов не может быть, потому что это игра. То есть это да. Даже в реальной жизни, когда человек подсирает другому, у него он это его сподвигает на это зависть. Ну, он хочет так же. Он думает, что он сейчас, ага, выгонит его с места, его поставит. Типа, ну, он же такой там, ну, активный был в этом процессе, правильно? А так... Его заметят. А что касательно тебя, вот тебе так сказали, не знаю, что именно он имел в виду, серьезно, вот честно говоря, не знаю. Но нет, что я могу именно за тебя сказать, то что, вот, что я помню, да? Это единственное, что я помню, в каком моменте ты шел против меня, это когда весь админсостав проголосовал меня, чтобы меня сняли с зама главного администратора, то есть либо меня снимают с зама главного администратора, ну так вопрос вы поставили админсоставом, ну то есть более, ну больше половины честно людей. Говоря, я этого либо не помню. Вы уходите, то есть потому что я слишком требовательный, то есть слишком много с вас требую, то есть я с вас требую активно отвечать на репорт, то есть и сидеть в игре. Ну как-то так вы сказали, то есть. Ну если честно, я, ну то есть без пиздежа сейчас откровенно разговариваю, я такого вообще не помню. Вы сказали Руслану, даже, ну вы сказали Руслану так. То есть там в конфе сидел Руслан, Макс и Исмаил. Макс с Исмаилом были четвертыми левелами, я был пятым, и Руслан был пятым. Ну я тоже был четвертым, значит. Я знаю, ты там был в конфе, то есть, как мне сказали. Ситуация была такая, что вы сказали, типа, либо снимаете Джейзи Зелла, да, у меня тогда такой ник был, либо мы как бы уходим. Ну, на что потом Смарт сказал, то, что, ну, все равно вы бы не смогли уйти никуда на другой сервер, вас бы просто... Нет, если честно, я могу тебе сказать, ну, откровенно... Ну, это единственное, что я за тебя помню, то есть ничего другого. Этого я не помню, кстати, то, что мы там собирали конфу и были против тебя. Вот. Я помню лишь то, что, ну, мы там с тобой не особо контактировали, то, что, ну, как бы, там, пятый, четвертый, как-то похер было. Вот, а что касается вот этой ситуации, я, честно, вообще не помню. Да и в конфах я не сидел. Ну, то есть, знаешь, там... По вечерам звонят, там общаются, я не придерживаюсь этих конференций был, то есть как-то сам по себе и там с игроками бывало, а то, чтобы вот так вот, типа, снимаете зелы и прочее, этого я не помню, если честно. Нет, там не то, что снимаете, то есть там речь была, что меня понизили. Я тебя понял, но в мне что, дальше помнишь, я... меня понизили на четвертый левел, а потом нет. Макса поставили. Не а потом помню. Макс ушел, меня снова поставили. Бля, ну, когда, когда Макса поставили, помнишь, на замку? Ну, это помню, конечно. Из-за чего его поставили? Потому что меня понизили. Mm. Его-то поставили, ну, потому что меня понизили, нужен был зам. А меня понизили, потому что так какой-то больше половины состава захотело меня, чтобы, ну, чтобы я не был замом, потому что я слишком требовательный. А оказалось, все еще хуже, что Макс пиздец на вас стал орать. Ну, Макс да. На меня не орал, он знал, то есть, что так будет. Я так знал, что так будет. Не, ну я могу сказать за себя, там, можешь верить, можешь нет, что я не помню, то, что мы сидели в какой-то конференции, там... Нет, я типа, звание держу, мне как-то по барабану, я не знаю, может, просто повторяю меня... слова, то есть, что мне говорили тех людей, кто сидел в той конференции, то есть, я знаю ники, именно, ну, большую часть, да, процентов, так скажем, 80 тех людей, кто сидел в той конференции, я не буду их, конечно, все озвучивать, дабы не было ему обидно, чтобы не считали, как там некоторые любят называть крысами, да? Если кидают опровергу с названием «Ничего, скалы, зебры». Нет, могу сказать то, что за себя, да, то есть я лично сам этого момента не помню, но, может, меня приписывали к той конференции, потому что там была большая часть четвертых и там пятые были, да, и, может быть, меня приписали туда же, но я лично не помню такой хуйни.
если честно быть. А кто говорил, если не секрет? А вот этого я не помню, честно говоря. Там много людей говорило, то есть не один человек сидел, то есть мне буквально через час ситуация, потом позвонили. Знаешь, я могла а, еще... там фишка какая была, меня же сняли потом с админки, втихую, на следующий день. То есть я зашел, я уже не админ. Я еще жалобу, помнишь, написал в техраздел, типа, какого хуя, ребят, что случилось у себя? Ну, это я помню, да. Смарт, блядь, мне пишет в скайпе, а что тебя сняли? Что хуй узнает, сам спроси, блядь. А потом мне звонит Руслан, Макс и Смарт. А что такое, а что стало? А вот мы подумали, что у него бомбанет. Я говорю, ребята, мне совершенно похуй. Ну, подумай, что четвертый, что пятый левел, там разница, ну, пара команд. Буквально, ну, ты сам знаешь, там пара команд, разница. Да знаю, знаю. Нет, там просто, ничего знаешь, такого особенного нету. Немножко задел тот момент, что типа ты крысил, знаешь, момент в чем ну, мог так быть. Ну так ты говори это тому человеку, что тебе это говорил. Никита, это Валет тот же, может быть, перепутали, может быть, с ним, хотя я ничего против него не имею, опять же, да. Но такая ситуация могла быть. Вот. Но лично за себя я помню то, что вот меня повысили на четвертый, нас с Лукасом вместе повышали, потом месяца два я еще простоял, и в итоге Руслан снял за читы, да, хотя там, ну, летел на МП провести, но это уже не суть. Вот, может быть, я не застал этот момент, в принципе, то, что я его не помню, потому что, не знаю, такие бы споры я, может быть, запомнил, знал бы. Что-то вообще даже в памяти нет совсем. Вот, может, на тот момент я уже не был администратором, и на сервере тоже не появлялся, то, что там обстоятельства сложились, уехал, короче. Вот. Может быть, поэтому... Хотя ладно, это уже не важно, главное, я за себя знаю то, что я там никогда никого не крысил и не занимался подобной херней и не планирую, в принципе. Вот, а то, что там, может, с кем-то спутали и прочее, это как бы так, чисто сплетни, можно так сказать, не более того. Ребят, на Твиче нам нужен еще плюс один в дотку. Ладно, я от вас отключаюсь, давайте пока. Блядь, ты тут была, что ли? Сидела, молчала такая, она бы еще... отключилась. Сколько сидят вообще, скажи мне, я просто с айпада и не видно. В конфе вообще. 7 человек. Класс. Я... Троеса не было? Троеса нет, он там какие-то плитки таскает на кухне, там ремонт, наверное, делает. Он мне второй день с этими плитками заряжает, я его заебываю. Ну, не знаю, там вопросов, наверное, уже больше нет таких, которых... ну, актуальных, да, которые требовали ответа. Ну, поэтому... там, по-моему, все вопросы, которые... Ну, знаешь, такие вопросы, типа, там, скажите то, скажите все. Плюс С, почему вы запрещаете плюс С? А, ну, такие вопросы были, типа, скажите, там, что-то, какой-то ник, Тащер, там, ебать. Лоренцо Розу, я помню, да. Кстати, хотел ответить на его вопрос, он спрашивал то, что почему я не пользуюсь его худом, просто потому что... А, как бы там с карты была какая-то шляпа, то есть сама карта круглая, а рамка вокруг нее, то есть около нее была квадратная, и поэтому я как-то не стал просить переделать, потому что я, ну, как-то было похер, есть худ, нет, и просить как-то некрасиво было, что ли. И поэтому я ему не пользуюсь. Как-то так. Ну а ты слышишь, это обрезать вообще не собираешься, тупо пустишь и все? Ну, я там чисто обрежу момент, наверное, скорее всего. То есть дота и сам часть. Ясно. Я не знаю, я скорее всего, может быть, сейчас тормозну и заново запущу. А. Только ты не обрезай, где Руслан только зашел. Да не-не, я там даже ничего не буду запикивать, ничего не буду обрезать, ребят. Я просто потом сверху наложу картинку, то есть на... Даже, по-моему, картинку не надо накладывать. Если там YouTube нормально примет. Главное, чтобы он, тварь, на этот не заругался, на музыку. А ты включал что-то? На фоне музыка играет. Ну, она, в принципе, музыка без авторских прав. Но там моментами может он спутать, понимаешь? Там же роботы проверяют. Ну, на самом деле, по-моему, на авторские права там проверяют, там, у кого свыше 1К просмотров, по-моему, там. Нет, там, ну, все, там робот проверяет. Машину, компьютеры. У меня монетизация, а он на эту хуйню ругается очень жестко. Вопросов-то, в принципе, уже нет. Я думаю, пора заканчивать. Вот. Думаю, всем ответили, кто что задавал. Ну тогда сейчас я просто отключу и заново запущу со сценой доп. Даже и мне всё. Есть вопрос, я на него отвечать. Ребят, не тогда на Твиче я тогда сейчас отключаю и заново запускаю только уже с допой.